Азербайджан и Словакия приступили к сотрудничеству в сфере разминирования. Между соответствующими сторонами уже подписано соглашение о поставках в Азербайджан машин для разминирования словацкого производства. Их первая партия будет доставлена в нашу страну в ближайшее время. Эта информация была обнародована на встрече, где обсуждались направления сотрудничества между Азербайджаном и Словакией. Проинформировав словацкого коллегу о Карабахе и постконфликтной ситуации, министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил о приверженности Азербайджана нормализации отношений с Арменией. Для этого требуется выполнение положений, подписанных трехсторонних заявлений. Азербайджан выполняет и будет выполнять взятые на себя обязательства. Азербайджан еще в период оккупации своих земель был инициатором и участником ряда крупных проектов, как в регионе, так и за его пределами. С освобождением наших земель открылись новые возможности. Азербайджан вновь дает старт новым проектам. Азербайджанская сторона готова ответить взаимностью на позитивные решения Армении, связанные с сотрудничеством. Но если возникнет какая-либо угроза нашей стране, Азербайджан даст адекватный ответ. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчик в свою очередь подчеркнул, что они поддерживают суверенитет и территориальную целостность стран, и эти принципы являются основными для Словакии, выразил заинтересованность в расширении связей с Азербайджаном. Мы поддерживаем эти принципы. В то же время мирное сосуществование важно для будущего. Это единственный путь к миру. Я призываю обе страны наладить отношения друг с другом. Наряду с отношениями между правительствами, мы должны расширять отношения и между народами. Это также послужит экономическому процветанию. На двусторонней встрече отмечалось, что между правительствами Азербайджана и Словакии будет подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. С целью углубления двусторонних отношений и создания новых возможностей будет организован Азербайджано-Словацкий бизнес-форум. Лейла Аббасова, Джамиля Мамедова, новости.